Ну что ж, уважаемые дамы и господа, я хочу представить вам бойцов следующего поединка. Итак, в красный угол ринга приглашается боец из города Воронеж. Андрей Ченцов! Встречаем! Андрей Ченцов, кого Воронеж круче? И его соперник в синий угол ринга приглашается спортсмен из старого оскола Милослав Буковский! Милослав Буковский! Ваши аплодисменты! Итак, уважаемые дамы и господа, в красном углу ринга в красном углу ринга спортсмен 182 сантиметра, его вес 79 килограмм, возраст 18 лет, профессиональный рекорд 5 боев, 2 ничьи, 3 победы, одна из них нокаутом, из Воронежа Андрей соперник в синем углу ринга. Его рост 179 сантиметров, вес 78,5, возраст 27 лет. Дебют на профессиональном ринге из старого оскола Милослав Буковский! Первый раунд. Хорошо, спокойно. Хорошо, молодцы. Дела,
второй раунд. Двигайся! Левая, 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 левая
Двигайся ногами. Легко, Андрей, Левая. Левая. Четвертый раунд. Вырубай! Левый правый, левый бок. Ну, шумей!
П'ятий раунд. Давай я не старт, Андрей, не пускай его к себе. Вот, он от работы ушел, от работы ушел. Быстрее надо правда. Вот хорошо. Держи, держи, джебра на дистанции, левая дистанция. Хорошо. Левый туловище, правый голову, стандартный бит и все. Что там думать? Защита. Двигайся, не стой, двигайся! Андрей, двигайся! Шестой раунд. Поддержим бойцов! Андрюша, на ножках тяжело работа. Андрей, не рубись с ним. Последний раунд, имей переднюю руку, но своей дистанции. Да иди теперь, бери счет. Уходи, уходи, Андрей, уходи. Поближе подойди. Кидай, кидай, Андрей, кинул ушел. Хорошо, иду. Кинул, Андрей! Хорошо, и правый тоже туда бей! Проходит! Уди, уди оттуда! Хорошо! Андрю, давай! Андрей, на скорость поработай! Уди оттуда! Уди вот так! Правая, смотри, по кому прилетит! Еще правый! Два правых! Уйди, Андрей! Еще правый! Молодец, хорошо! Еще попади!
Ну что ж, уважаемые дамы и господа, в этом бою победу единогласным решением судей победу одержал там же в углу Евгений Монин. Давайте поаплодируем. Это боксер из Ярославля. И он идет сейчас зачем-то сюда. Мы сейчас узнаем. Я правда не в курсе. Евгений Монин, аплодисменты! Воронеж, привет! Поздравляю с победой. Хочу вызвать тебя на бой 10 сентября в Эдхэм. Покажу тебе настоящую битву на Волге. Ну, если все будет хорошо, и мы к этому числу пойдем в оптимальной форме, то я принимаю твой вызов. Ну что, друзья, быть в битве 10 сентября в Эдхэме Андрей Ченцов против... Из города Воронеж против Евгения Монина, Ярославль. Еще раз аплодисменты Андрею. И мы переходим к следующему поединку.